Дальше. Сейчас мы открываем в Новом Завете книгу Евреям. Книга Евреям, глава 10, стих 8 до 10. Книга Евреям, глава 10, стих 8. Видите, когда он сказал, что они жертвы, не приношение, помните, что мы только читали об этом в этом завете. В этом завете мы только это читали. А я уже сказал, что Иисус Христос, Он наше жертвоприношение животных сегодня. Он уже исполнится все эти, как сказать, жертвы. Но сегодня это не надо. Только надо отмечать этот праздник в Иисус Христос. И все. Еще раз. Книга Евреям, глава 10, стих 8. Видите, когда он сказал, что не жертвы, не приношения, не всесожжения, не жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотил и не благоизволил. Дальше, стих 9. Потом прибавил: вот, иду исполнить волю твою, Боже. Еще раз. Вот, иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое. Он отменял первый. Первый завет. Он отменял. Иисус Христос отменял, извиняюсь. Иисус Христос отменял первый завет. Первый завет – это что мы читали в книге Левит. А что это первый завет? Еще раз в стих 8. Что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, в книге Левит, ты не восхотил и не благоизволил. Он это сейчас не хотел. Но в Царстве Небесное это еще будет. Но сейчас нет. Надо отмечать этот праздник в Иисусе Христос. И все. Стих 9. Потом прибавил: вот, иду исполнить волю твою, Божию, отменяет первой, чтобы постановить второй.
он отменял Старый Завет и сейчас постановил Второй, Новый Завет. Дальше. После того, как освящение мы единократным приношением тела Иисуса Христа, когда Он умирал, Он уже отменил это. Он уже отменил это, как сказал, закон. Мы не можем принести, как сказать, жертвоприношение животных вообще, потому что он сейчас наш жертв. Но мы еще должны отмечать эти все законы. Почему? Потому что он сказал, что мы должны репетировать эти все его законы, где мы будем, как сказать, где мы будем в рабе, где мы будем в плане. Мы должны эти все репетировать, что это будет очень легко, когда он здесь будет. Если вы это не хранил, вы будете умирать. Вы не можете быть в Царстве Небесном. Надо просто делать, что он сказал, и все. Надо просто делать, что он сказал. А как я узнал, что он заповедал нас, что мы должны репетировать эти все его законы или тоже праздники? Надо читать в Ветхом Завете, книга Судей, глава 5, стих 11. Он там сказал, что где вы будете в плане, где вы будете работать как рабы, там вы должны репетировать эти все законы или заповеди. Первый Коринфянам, глава 15, стих 20. Но теперь Христос воскрес из мертвых и стал первыми плодами спящих. Еще раз. Но теперь Христос воскрес из мертвых и стал первыми плодами, первых фрукт. Первых фрукт. Это что это значит? Первый фрукт. Первыми плодами спящих. На все люди, которые уже умирали в ним. Он первый в Бога. Он первый воскресил. Он уже наш первый фрукт. Он уже наш первый фрукт. Не надо принесить огнец или козел. Нет. Иисус Христос, Он уже наш первый фрукт. А что это значит? Это значит, что мы не будем или не надо отмечать этот праздник. Нет. Нет. Это значит, что вы должны отмечать эти праздники в ним. Вы должны отмечать эти праздники в ним. Сейчас мы открываем в этом завете книга Апокрифа. Там есть книга Тобит. Сейчас мы читаем об этом праздник. Книга Тобит, глава 2, стих 1. Книга Тобит, глава 2, стих 1. Теперь, когда я снова пришел домой, и моя жена Анна была восставлена ко мне вместе с моим сыном Тобиасом в праздник Пятидесятницы. В праздник Пятидесятницы, который является священным праздником 7 недель, мне приготовили хороший обед
в котором я сел поесть. Я знаю много христианских людей думали, что это праздник, Пятидесятницы праздник, это начался в Новом Завете, в книге Деяния, глава 2, стих 1. Нет, это уже в Ветхом Завете. Это уже давно, когда мы были в пустыне с пророком Моисеем. Бог дал нас этот праздник. Это не начался в первом, в Новом Завете, нет. Это уже давно у нас был этот праздник. Но этот праздник есть много имен. Иногда называют праздник первых фруктов. Иногда праздник Пятидесятник. Иногда праздник Семь недель. Или праздник недели. Это все одинаково. Это все одинаково. Христианские думали, это когда наш Бог, Святой Дух, приехал к нам, или к Иисус Христос, ученик. Это когда этот праздник начался. Нет. Нет. Неправильно. Неправильно. Надо читать в этом завете. Надо читать в этом завете. Священник, христианский священник. Надо читать в этом завете. Это не новый праздник. У нас это праздник давно. Но, когда наш Бог Святой Дух приехал, или был с Иисус Христос, ученики, это тоже в этом праздник. Не значит, что это праздник начался в этот день. Нет. Не начался в этом день. Сейчас я буду повторять, что я раньше читал. Книга Тобит, глава 2, стих 1. Теперь, когда я снова пришел домой, и моя жена Анна, это Тобит, говорил это. И моя жена Анна была восставлена ко мне вместе с моим сыном Тобиасом в праздник Пятидесятницы, который является священным праздником семи недели. Праздником семи недели – это другое имя для этого праздника. Мне приготовили хороший обед, в котором я сел поесть. Он сидел и ел это обед в этом день, потому что это праздник. Это день, это праздник. Этот праздник должен быть как день Шаббат. Вы не можете работать. Не можете работать, вы не можете купить продукты питания или купить ничего. Не купите ничего в этом день. А вы не можете продавать ничего этот день. Должно сидеть с своим семьей и отмечать это праздник. И тоже должно быть собрание. Священное собрание. Это обязательно. При нашем Бог лицо. Вместе как его люди. Я надеюсь, что вы все поняли. Или вы все понимали, что мы читали. Я надеюсь, что вы все поняли, что мы читали. Сейчас я буду читать об этом празднике. Пятидесятница. Это греческое слово, означающее 50 дней. После субботы праздника опресноков Израиль должен был насчитать 7 суббот. 7 суббот. 49 дней. И затем добавить 1 день. И затем добавить 1 день. Что это будет 50 дней. 50 дней.
Этот праздник всегда приходился на первый день недели, воскресенье. 50-й день – это то, что все Израиль праздновал в 2 главе Деяния, когда Святой Дух сошел на последователей Христа. Исполня, как Исаия 28, стих 11 сказал, это не новый праздник. Это не новый праздник. И надо отмечать этот праздник. Это один из трех главных наших Господ праздник. Если у вас вопросы, пожалуйста, вы можете спросить. Написать в комментировать бокс. Там спросите свои вопросы. Если вы хотите сохранить наш Бог заповеди. С этого я скажу вам, шалом, самый высокий Бог и Христос благословит вас. Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.